Shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaha Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacate Satarine Vancha Kaupata Rubhyascha Kripa Sindhu Vaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We are reading the Nectar of Devotion and we are on chapter number 12, is it? Yeah. And further principles of devotional service, and we're on the subheading Living in Mathura. Мы читаем 12 главу Нектара преданности, которая называется «Другие аспекты трансцендентного служения», и мы читаем пункт, который называется «Проживание в Мадхуре». Go ahead. О важности проживания в святом месте, в частности в Мадхуре или Двараке, в Падмала Пуране сказано: совершить паломничество по святым местам значит освободиться от материального рабства. Однако освобождение само по себе еще не является высшей стадией совершенства. Достигнув освобождения, человек должен приступить к преданному служению Господу. Со ступени Брахма-Бхуты, освобождения, можно прогрессировать дальше в преданном служении. Таким образом, целью жизни является трансцендентное любовное служение Господу, и для того, кто хотя бы несколько секунд пробовал Мадхура Мандали, оно легко достижимо. All right. So, we're hearing about the importance of living in a holy place. Итак, мы читаем о важности проживания в святом месте. Of course, there are many holy places, like Mathura, Dwarka, Vrindavan, Jagannath Puri. Существует множество святых мест, такие как Мадхура, Дварака, Вриндаван, Джаганнат Пури. So, in the scriptures it says just to travel to a holy place will give you liberation. И в священных писаниях сказано, что путешествие по святым местам дает человеку освобождение. But this is not perfection. Но это не является совершенством. We have to go on from that level to take up devotional service. Мы должны перейти от этого уровня к уровню высшему, к преданному служению. Just like if we come to the level of Brahma-Bhuta, that's liberation. But that is not perfection. Например, если мы достигаем ступени Брахма-Бхуты, освобождения, эта ступень не является совершенством. Брахма-Бхута means we've understood I'm not the body, that I'm a spirit soul. Брахма-Бхута обозначает, что мы понимаем, что мы не материальное тело, а духовная душа. But one has to go on from that to understand properly the nature of the soul. Но человек должен прогрессировать дальше, чтобы понять природу души. And that is to understand that the soul is a servant of the Supreme Personality of Godhead. И это понимание сводится к тому, что душа является служанкой Верховной Личности Бога. So then one should take up devotional service, engaging in activities for the pleasure of the Supreme Lord.
Таким образом, человек должен идти дальше и заниматься преданным служением, вовлекаясь в деятельность ради удовлетворения Верховного Господа. So it becomes much easier when you're in a holy place to do that, to engage in devotional service is much easier if you live in a holy place. И заниматься преданным служением гораздо легче, если вы живете в святом месте. Because in the holy place there will be many saintly devotees. Поскольку в святом месте много святых преданных. And there will be many temples. И в святом месте много храмов. And in many houses, in the holy place, in many houses, you will hear regularly the kirtan. И в святом месте во многих домах вы регулярно услышите киртан. You will hear bells ringing, and you will hear people blow conch shells. Вы слышите, как звонят в колокольчики, как дуют в раковины. And so all of these things help us to remember the Lord and to worship the Supreme Lord. И все эти вещи помогают нам помнить о Господе и поклоняться Верховному Господу. So, a devotee shouldn't go to the holy place simply to see the places, but he should go to associate with the pure souls who live there. И преданный должен посещать святые места не потому, что он хочет поехать туда и посмотреть на них, а он должен ехать туда ради того, чтобы пообщаться с чистыми душами, которые живут там. We want to be able to get the association of the pure devotees, and there are many more pure, you would find more pure devotees in the holy place. И он должен хотеть прийти желание общаться с чистыми преданными, именно в святом месте он получит такую возможность. Там чистых преданных гораздо больше. Go ahead. Далее говорится. Найдется ли такой человек, который откажется поклоняться земле Мадхуры? Мадхура способна исполнить все желания и стремления, как тех, кто трудится ради наслаждения плодами своего труда, так и тех, кто ищет спасения в слиянии с Верховным Брахманом. И, разумеется, Мадхура исполняет желания преданных, которые хотят только одного – заниматься преданным служением Господу. В ведической литературе также говорится – достаточно провести в Мадхуре всего один день, чтобы обрести трансцендентное любовное отношение к Верховной Личности Бога. Это ли не чудо? Воистину, слава земли Мадхуры затмевает даже славу Вайкунтха-дхамы, Царства Бога. So, a few different quotes are given here. First of all, saying, everyone should agree to worship the holy land of Mathura. И здесь приводится еще несколько цитат, и в одной из них говорится, что каждый должен согласиться с тем, что он должен поклоняться земле Мадхуры. When we speak of Mathura, we don't just mean only the city of Mathura, but we mean the whole district of Mathura, which includes Vrindavan. И когда мы говорим Мадхура, мы не говорим только о городе Мадхура, мы имеем в виду весь район Мадхуры, который включает Вриндаван. So it said Mathura can fulfill the desires of even people who have material desires. И Мадхура способна исполнить желания даже тех людей, у которых есть материальные желания. So certainly Mathura can fulfill the desires of a devotee. И, конечно же, Мадхура может исполнить желание преданного. And the devotee's only desire is to be engaged in devotional service. И единственным желанием преданных является то, чтобы заниматься преданным служением Господу. Lord Chaitanya taught us that Nadanam najanam nasundarim kavitam va jagadisha kamaye mama janmani janmanishvare bhavatad bhakti rahaitati tvai. In Lord Chaitanya Shikshastikam prayers, Lord Chaitanya has said, I have no desire to accumulate wealth or to enjoy beautiful women or have many followers. I simply want devotional service, birth after birth.
И в Шикшаштаке Господь Читания говорит: «Я не хочу копить богатств, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи, я хочу лишь одного, жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен». So by offering this prayer, Lord Chaitanya is teaching us there's no need to ask for liberation. Таким образом, с помощью этого стиха Господь Чайтанья учит нас, что нет никакой необходимости просить об освобождении. One who is engaged in devotional service, they're already liberated. They don't need to ask for liberation. И тот, кто занимается преданным служением, уже является освобожденным. Ему не надо просить об этом. Devotional service begins on the liberated platform. Преданное служение начинается на ступени освобождения. So devotional service is waiting for a devotee, liberation is waiting for a devotee whenever he desires it. И освобождение ждет преданного в любой момент, как только он этого захочет. Bhuvamangal Thakur was a great devotee, and he's described that liberation is standing with his arms folded, waiting to serve him. И Бхилвамангал Такур, великий вайшнав, говорил, что освобождение ждет его, стоя у двери, смиренно сложив ладони. So then it's also stated that you don't need to stay a long time in Mathura. You can, even if you just stay for one day, you can develop a loving relationship with the Supreme Personality of Godhead. И также здесь приведена цитата, в которой говорится, что не нужно при этом жить в Мадхуре очень долго, достаточно всего лишь одного дня, чтобы обрести любовные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. Devotional service doesn't need to take a lot of time. It can be even a moment can transform the consciousness of a person. И преданное служение, оно не требует большого количества времени. Всего лишь одно мгновение может изменить сознание человека. So here it's simply by going to such a place as Mathura, we can develop a relationship with Krishna. Таким образом, просто попав на землю Мадхуры, мы можем развить свои отношения с Кришной. So the conclusion is that this place of Mathura is even greater than Vaikuntha Dham. И в заключение здесь говорится, что земля Мадхуры затмевает даже славу Вайкунтха Дхама. Vaikuntha is the kingdom of God, but Mathura is the very private residence of God. И Вайкунтха — это место, где присутствует Господь, но Мадхура — это что-то очень личностное, это его личная резиденция. So it's even more intimately connected with the Supreme Lord. И она еще более тесно связана с Верховной Личностью Бога. It's his own favorite place. Это его самое любимое место. It's not just a big kingdom. The king may have a big kingdom, but he has a special place where he has his home, where he lives with his family. У царя большое царство, но у него есть особое место, которое является его домом, где живет его семья. So Mathura is that place. This is the place where the Lord lives, and where he comes and associates with all of his friends. И Мадхура является именно таким местом. Это место, где Господь живет, где Он общается со своими друзьями. All right, so we're going to go ahead now to chapter 13. Итак, мы переходим к 13 главе. Five potent forms of devotional service. Который называется «Пять могущественных форм преданного служения». Go ahead. Рупа Госвами утверждает, что пять форм преданного служения — проживание в Мадхуре, поклонение Мурти Господа, чтение Шримад Бхагавата, служение преданным и повторение мантры Хари Кришна — настолько могущественны, что небольшая привязанность к любой из них может пробудить экстаз преданности даже в неофите. So,
five kinds of devotional activities, very powerful. Пять очень могущественных форм преданного служения. And if we have a little attachment for any one of them, it can give us perfection. И если у нас будет даже очень небольшая привязанность к одной из этих форм, мы сможем достичь совершенства. So it can give us give ecstasy even to a neophyte, even somebody who's like a new devotee or not advanced at all, but they can experience ecstasy by any one of these things. Каждый может почувствовать этот экстаз, даже неофит, новый преданный, он может пробудить в себе экстаз, погружаясь даже в одну из этих вещей. So these five forms of bhakti, of devotional service, they're all there within our temple program. И эти пять форм бхакти, пять форм преданного служения, все присутствуют на наших храмовых программах. If we take part in the daily program in the temple, then we will engage in these five different forms of devotional service. Если мы принимаем участие в ежедневных программах в храме, то мы занимаемся всеми этими пятью формами преданного служения. Every morning, just going to the temple, that is like visiting a holy place. Каждое утро, когда вы просто приходите в храм, это подобно тому, как вы посещаете святое место. And when we go to the temple, we will see the worship of the deity. И когда мы приходим в храм, мы видим, как поклоняются божествам. There will be discussion from Srimad Bhagavatam. А также идет обсуждение Шримад Бхагаватам. There will be an opportunity to serve the devotees. И в храме есть возможность служить преданным. And there will be the chanting of the holy names. И там же будет повторение святого имени. All of these activities go on regularly in the temple. И все эти виды деятельности, они регулярно проводятся в храме. And of course, nowadays, not so easy for people to go to temple. Sometimes nowadays, in some countries, there's lockdown and there's control of the movements. You're not allowed to move freely and not allowed to have many people in one place. И, конечно, сейчас, в наши дни, кому-то бывает очень сложно попасть в храм, в каких-то местах карантин, где-то ограничено передвижение, где-то ограничивается количество людей, которые могут собираться вместе. So we have to make use of technology, and we make use of computer technology to enjoy visiting the temple on our computer or on our mobile phone. И поэтому мы сейчас используем компьютерные технологии для того, чтобы с их помощью попасть в храм с помощью компьютера, с помощью мобильного телефона. We can make our own home a holy place. И таким образом мы можем свой собственный дом сделать святым местом. We can observe the worship of the deity through the help of the computer or the phone. Мы можем наблюдать за поклонением божества с помощью компьютера или через телефон. We can hear the Srimad Bhagavatam with the help of these devices. И также с помощью этих же приборов мы можем слушать Шримад Бхагаватам. And we can chant the holy name along with the devotees, although we're not in the same place. И благодаря этой технике мы также можем повторять с преданными святое имя, хотя мы и не находимся в одном месте. And we can serve the devotees by taking part in the program, by putting questions to the speakers. И мы можем служить преданным через свое участие в каких-то программах, через то, что мы задаем вопросы лектору. So we have to make the best of our situation. We're in this difficult situation, it shouldn't stop our devotional service.
Таким образом, мы должны извлекать самое лучшее из той трудной ситуации, в которой мы находимся, и она не должна препятствовать нашему преданному служению. Go ahead. Относительно поклонения образу Господа или Божеству, Рупа Госвами написал следующий стих. «Друг мой, если в тебе еще живо желание наслаждаться обществом своих друзей в материальном мире, не смотри на фигуру Кришны, стоящую на берегу Ямуны у Кешигата, место омовения во Вриндаване. Его зовут Говинда, и глаза его пленительно прекрасны. Он играет на своей флейте, голову его украшает павлинье перо, а вся его фигура залита лунным светом». So this is a very famous verse, a very beautiful verse, which Rupa Goswami has given. Это очень знаменитый стих, очень красивый стих, который написал Рупа Госвами. And it's in relation to worshipping the deity, worshipping the form of Krishna. И он говорит о поклонении божествам, о поклонении форме Кришны. So he has written the verse in a very special way, that he is saying, don't look on the form of the deity. Этот стих написан в такой особой форме, и в нем говорится: не смотри на божество Кришны. Now Rupa Goswami is a great devotee. Why is he telling us not to look on the form of Krishna? И Рупа Госвами великий преданный, почему он нам говорит не смотреть на форму Кришны? Actually, he wants us to look on the form of Krishna. На самом деле он хочет, чтобы мы созерцали форму Кришны. But he wants us to understand the power of looking, the potency which is going to be there when we look on the form of Krishna. Но он хочет, чтобы мы поняли, каково могущество того, когда мы смотрим на форму Кришны. First of all, you should understand that that form of Krishna, when he's standing on the bank of the Kesi Ghat means the place where Krishna killed the Kesi demon in Vrindavan. И когда эта фигура Кришны стоит на берегу Кеши Гата, это то место, где Кришна убил демона Кеши. Kesi was a big demon. He took the form of a horse, and he came challenging, tried to kill Krishna. И Кеши был огромным демоном, который принял форму коня и пришел, чтобы убить Кришну. But Krishna killed him and liberated him. Но Кришна убил его и освободил. So that place is, there's a ghat, a bathing place there today, that spot. И сейчас на этом месте есть ghat, место омовения. And it's a very beautiful place beside the Yamuna. И это очень красивое место на берегу Ямуны. And Krishna is very beautiful. Krishna has beautiful lotus eyes, and he's playing his flute, which makes a very beautiful sound, which bewilders the mind. И Кришна очень прекрасен. У него прекрасные лотосные глаза. Он играет на флейте, которая сбивает с толку ум. And he's standing in his threefold bending form, and he has a peacock feather on his head. И он стоит в этой трипанга форме, изогнутый в трех местах, и павлинье перо находится у него в волосах. And the moonlight is shining. There's moonlight in the sky, and it's the whole atmosphere is very powerful. И все залито лунным светом, и вся атмосфера очень могущественна. And Krishna's body is giving off the brilliant effulgence. Will you repeat this once again? Krishna's body is effulgent, is giving off a bright light. Из тела Кришны исходит яркий свет. So, Rupa Goswami says, when you look at Krishna like this in this situation, you forget about everything. Rupa Goswami говорит, что если вы смотрите на эту форму Кришны, вы забываете обо всем. You forget about your family and your friends and material life. Вы забываете о своей семье, о своих друзьях, о своей материальной жизни. Go ahead. Смысл этого стиха в том, что человек, привязавшийся к Шримурти, Мурти Кришне,
поклоняясь ему у себя дома, забывает обо всем, что связывает его с так называемой дружбой, любовью и обществом. Поэтому в обязанности каждого семейного человека входит установить у себя дома мурти Господа и вместе с членами своей семьи начать поклоняться им. Это оградит его от такой нежелательной деятельности, как хождение по клубам, кинотеатрам, танцевальным залам, а также от курения, пьянства и так далее. Человек забудет обо всех этих глупостях, если будет серьезно относиться к поклонению божествам у себя дома. So, Srila Prabhupada is explaining about the importance of worshipping deities in our home. Здесь Шрила Прабхупада объясняет важность поклонения божествам дома. This is important for people in family life. Это важно для людей, которые живут семейной жизнью. And the worship should be done not just by one member of the family, but by all the members of the family. И поклонение должен проводить не один человек, а все члены семьи. They should all take part. They should all help to do something for the service of the deity. Они все должны помогать, должны все делать что-то в служении божествам. And when everybody takes part in the worship of the deity, then you can see how purified the atmosphere becomes, and people forget about all of their material desires. И если все участвуют в поклонении божествам, то вы увидите, насколько очищается атмосфера. Они расстаются со своими материальными желаниями. Yeah. In material life, we're very attached to the family and friends and the different associates. И материальная жизнь, она очень привязывает к семье, к друзьям, к различному общению. So people waste a lot of their time just in this business of friendship and material relationships. И таким образом люди тратят очень много времени, пытаясь поддерживать дружбу и материальные взаимоотношения. But when we have a deity at home, then we become connected, we become more thoughtful about taking care of the deity and serving the deity. Но если у нас дома есть божества, то мы начинаем больше заботиться и больше думать о божествах. One doesn't have to go out again to find someone to take care of my old cloth, to stitch it. I didn't catch it. Guru Maharaj, would you repeat this once again? You don't have to worry about taking care of the material body so much. We think more about Krishna. И таким образом мы не особо заботимся о материальном теле, поскольку мы думаем о Кришне, мы заботимся именно о нем. And we don't think about going to cinemas and dancing parties. И мы не думаем о том, чтобы пойти куда-нибудь в кинотеатр или куда-нибудь в танцевальные всякие вечеринки. And of course you cannot smoke or drink in the home if you have a deity like that, then people are not allowed to smoke or drink. И, конечно же, если у вас дома есть божества, то тогда не позволено курить или пить. So this is the benefit of having the deity at home. Purifies the atmosphere. Таким образом, это божества дома приносят благо, они очищают атмосферу. To keep a deity at home, and people are smoking and drinking, it's not very proper. Если у людей дома есть божества, но они курят и пьют, то это неправильно. We have to give Krishna a nice home. We bring Krishna to the home. We have to make the home. We have to have a very nice, pure home for Krishna. Если мы приводим Кришну домой, то мы должны ему дать очень хороший, чистый дом. And actually, Krishna should become the proprietor. He should become the owner of the home. И на самом деле Кришна должен стать владельцем дома.
And we continue to live there, but we live there as the servants of Krishna. И на самом деле мы живем там как слуги Кришны. And this is true, just like even in Jaipur, they brought the deity of Govinda to the palace of the king of Jaipur. И в Джайпуре, в дворец царя Джайпура принесли божество Говинды. And after, because the Muslims were attacking Mathura, they were coming to Vrindavan and they were breaking all the temples and breaking all the deities. So they wanted to protect Govinda, so they brought Govinda from Vrindavan, they brought him to Jaipur to put in the care of the king. И когда мусульмане напали на Матхуру, на Вриндаван, они разоряли храмы, и поэтому, чтобы спасти божество Говинда, его перенесли в Джайпур под защиту царя. Because the king of Jaipur, he's a great Hindu, he's a staunch believer, and he's a nice devotee also. So the deity is safe there. Поскольку царь Джайпура был великим преданным, он был истинным индусом, и божества были там под защитой. So they brought the deity there, and then after some time there was no more danger. So they wanted to take Krishna back to Vrindavan. И таким образом божество было перенесено туда, в Джайпур, но спустя какое-то время опасность миновала, и божество захотели обратно вернуть во Вриндаван. So they told the king, now we want to take Krishna back to Vrindavan, but the king said, no, no, Krishna has come here, I cannot tell him to go. И они сказали, ну, царю, мы заберем божество во Вриндаван, но царь ответил, нет, раз Кришна пришел сюда, я не буду ему говорить, чтобы он уходил. So the king said, you cannot take Krishna away, he has to stay here. And he made Krishna the king, and he said, I will be his servant. И он сказал, нет, я не отдам вам Кришну, я не позволю вам его забрать, и он останется здесь, и я сделаю его царем, а сам буду его слугой. So to this day, the Govinda deity is there in Jaipur. И до сих пор божество Говинды находится в Джайпуре. Okay, go ahead. Далее Рупа Госвами пишет. Мой дорогой глупый друг, я думаю, что тебе уже доводилось слушать благословенный Шримад Бхагавата, осмеивающий стремление к плодам кармической деятельности, экономическому благополучию и освобождению. Теперь, я надеюсь, уже ничто не сможет помешать тому, чтобы стихи 10-й песни Шримад Бхагавата, описывающие игры Господа, постепенно вошли в твои уши и проникли в твое сердце. So... Rupa Goswami is given another verse about hearing Srimad Bhagavatam. First he was hearing about the deity, now he's talking about Srimad Bhagavatam. If we hear Srimad Bhagavatam, what will happen? И теперь Рупа Госвами приводит цитату о Шримад Бхагаватам. Ранее он говорил о служении божеству, а теперь он рассказывает о Шримад Бхагаватам и какие плоды мы получим, если мы будем его слушать. And just as he said, don't look at the deity because you'll lose your attraction for relationships. In a similar way, he's saying, be careful about hearing Shrimad Bhagavatam. И подобно тому, как он говорил, не смотри на Кришну, иначе ты потеряешь желание общаться с другими. Таким же образом он и говорит, не читай Шримад Бхагаватам. When we hear the Shrimad Bhagavatam, we'll lose our interest in economic development and sense gratification. Когда мы читаем Шримад Бхагаватам, мы теряем интерес к экономическому благополучию и чувственному наслаждению. So, when we have no more interest in economic development and sense gratification, it must be because we have heard Srimad Bhagavatam.
И когда мы теряем этот интерес к экономическому благополучию и к обретению чувственных наслаждений, это так и должно случиться, поскольку мы читаем Шримад Бхагаватам. Particularly hearing the 10th canto of Srimad Bhagavatam describing the pastimes of Lord Krishna. И особенно, когда мы слушаем 10-ю песню Шримад Бхагаватам, которая описывает игры Господа Кришны. Of course, we shouldn't just immediately go to 10th canto of Srimad Bhagavatam. We have to hear Srimad Bhagavatam from the beginning. Конечно же, мы не должны сразу же переходить к 10-й песне Шримад Бхагаватам. Мы должны слушать Шримад Бхагаватам с самого начала. We want to study it. Not that we just immediately go to the pastimes of Krishna. We have to understand the philosophy first, then we can appreciate the pastimes of Krishna. То есть мы не должны сразу переходить к играм Кришны. Мы сначала должны изучить философию, чтобы оценить игры Господа. Some people, they like to hear the stories of Krishna. They don't like to hear the philosophy. Некоторые любят слушать истории о Кришне, но они не любят слушать философию. Some people only like to hear about Krishna in Vrindavan. They don't like to hear about Krishna, how Krishna creates the material world. Некоторые любят слушать только о том, о Кришне во Вриндаване, но они не любят слушать о том, как Кришна создает материальный мир. So it's important to hear Srimad Bhagavatam from the beginning. И очень важно слушать Шримад Бхагаватам с самого начала. And so that includes hearing, first of all, about how Krishna creates the material world. И это включает повествование о том, как прежде всего Кришна создает материальный мир. And then we hear also about Krishna's different avatars, his different incarnations. И затем мы читаем там о различных аватарах Кришны, о различных его воплощениях. And we hear how Krishna gives protection for his devotees. И мы читаем о том, как Кришна дает, защищает своих преданных. And how Krishna performs many different duties. He has different avatars, like the Manu avatars, who are taking care of mankind. И как он принимает различные воплощения, например, ману, аватары, в которых он заботится о человечестве. So gradually, by hearing all of these things, then we can understand more the position of Lord Krishna. И постепенно, слушая обо всем этом, мы больше будем понимать положение Кришны. So go ahead. В начале Шримад Бхагаватам говорится, что до тех пор, пока человек не наберется сил, чтобы выбросить как мусор плоды обрядовой деятельности, экономического благополучия и стремления к слиянию со Всевышним, то есть спасения, он не сможет понять Шримад Бхагаватам. Бхагаватам описывает только преданное служение. И только тот, кто изучает Шримад Бхагаватам, проникнувшись духом отречения от мира, способен постичь игры Господа, описанные в 10-й песне. Иначе говоря, читателю не следует даже пытаться понять такие темы 10-й песни, как «Раса Лила», «Танец любви», пока он не развил в себе спонтанную привязанность к Шримад Бхагаватам. Прежде чем человек сможет насладиться подлинным вкусом Шримад Бхагаватам, он должен утвердиться в чистом преданном служении. Okay, so Srila Prabhupada is warning us how we have to hear Srimad Bhagavatam with the proper mood. И здесь Шрила Прабхупада предупреждает нас, что мы должны слушать Шримад Бхагаватам в правильном настроении. That if we maintain a lot of material attachment, then we will not be able to understand Srimad Bhagavatam. Если у нас есть множество материальных привязанностей, то тогда мы не сможем понять Шримад Бхагаватам. Of course, this is described in the very beginning of the Srimad Bhagavatam by Srila Vyasadeva. И Шрила Вьясадева описывает это в самом начале Шримад Бхагаватам. In the second verse of the book, he says, Dharma prajita kaitavata paramonarma saranam satam. He said, this Srimad Bhagavatam completely rejects all religion which are materially motivated.
Haribo? Haribo? Tatiana? Hare Krishna, она куда-то пропала. Hare Krishna, I can hear you, Prabhu, I cannot hear Tatiana. Tatiana? Tatiana, Hare Krishna. Guru Maharaj, Hare Krishna, she's disappeared from connection. Maybe should wait. We'll wait for her to come back? Yeah? Yeah. Okay. She got the problem today, yeah? Usually I'm the one. Should I try calling her or what? Do you want to call her, Audrey? I think maybe she tried to reconnect again. Okay. Maybe try to continue translation or just wait here, Guru Maharaj, what do you think? Yeah, we could continue the translation. I mean, she seems to be taking, I don't know how long it would take her. I had the same problem a few days ago, and it took me half an hour before I could get back in line. Anyway, if you like to translate, we could do that, Prabhu. Yes, Guru Maharaj, I try to serve. And when she comes back, then we can always pass it back to yes. her. Yes, right. All right, so we're talking about the proper mood for studying and hearing Srimad Bhagavatam. Мы говорим о правильном настроении в изучении и слушании Шримад Бхагаватам. Because Srimad Bhagavatam is only about devotional service. There's no material knowledge, there's nothing material in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam посвящен полностью преданным, в нем нет ничего материального. So, Prabhupada is writing that we have to give up all kinds of desire for economic development. Or any desire to become one with the Lord, that has to be all given up. Шрила Прабхупада пишет, что мы должны оставить все стремления к материальному процветанию. And he encouraged we should have the mood of renunciation to understand the pastimes of Krishna. Далее он говорит, что и вдохновляет нас, чтобы мы развивали настроение отречения и желание познать деяния Кришны. Renunciation. What is the meaning of renunciation for a devotee? This should be understood. Отречение. Что это значит для преданных? Это следует понять. Anasaktasya visayam yatartam upayanjate nirbanda krishna sambande yukta vairagya uchate. Rupa Goswami describes renunciation means to give up anything which is not in relationship to Krishna. В этом стихе Шрила Рупа Госвами дает определение отречения. Это оставить все, что не связано с Кришной. We should not be attached to anything which has no connection to devotional service. И нам следует привязаться ко всему, что имеет отношение к преданному служению. So, particularly if we want to understand the 10th canto, it's very important, one has to be pure at heart.
Если мы хотим понять десятую песню, то человек должен быть чист изнутри. Спасибо большое, Ридхан Прабху. Is that Tayana Bay? Yeah, there was problems with internet. Oh, are you okay now? Yeah. So we have to be sick, we have to be in pure devotional service to hear the Srimad Bhagavatam. Таким образом, мы должны заниматься чистым преданным служением, чтобы слушать Шримад Бхагаватам. So that's why it's a very important part of our daily program every morning to hear the Srimad Bhagavatam. Поэтому каждое утро слушать Шримад Бхагаватам, слушание Шримад Бхагаватам является частью нашей утренней программы. And Srila Prabhupada used to give class every morning. You can see there are hundreds of lectures of Prabhupada speaking Srimad Bhagavatam. И Шрила Прабхупада давал класс по лекцию по Шримад Бхагаватам. Каждое утро вы можете увидеть сотни лекций, которые он дал. So we have to develop the taste for this hearing of the Srimad Bhagavatam. И мы должны развить вкус к слушанию Шримад Бхагаватам. Because we are contaminated by material desires, we don't have the taste. Поскольку мы осквернены материальными желаниями, у нас нет этого вкуса. But if we hear, if we make it, if we commit ourselves to hearing every day, then gradually we will develop the taste. Но если мы приучаем себя слушать каждый день, то постепенно мы разовьем этот вкус. We want to hear the Srimad Bhagavatam in the association of devotees, and we discuss the topic of the Srimad Bhagavatam. И мы должны слушать Шримад Бхагаватам в обществе преданных и обсуждать темы, которые изложены в Шримад Бхагаватам. Just like every Saturday we're hearing this nectar of devotion, and we're hearing about all about devotional service. Подобно тому, каждую субботу мы собираемся, чтобы слушать нектар преданности, мы слушаем темы, связанные с преданным служением. Rupa Goswami describes that this book is just one drop from the ocean of devotion. И Рупа Госвами описывает эту книгу как каплю в океане преданности. There's a whole ocean of bhakti, of devotional service, but this book is just giving one drop. Существует огромный океан бхакти, преданного служения, и эта книга является. But from this drop, we can understand the nature of the ocean. Но благодаря этой капле мы можем постичь природу самого океана. So gradually we come to take pleasure in hearing these topics. И постепенно мы обретаем наслаждение в слушании этих тем. We're always hearing, we're always using our ears to hear. We need to hear about Krishna. И мы всегда используем уши для того, чтобы слушать, и мы слушаем о Кришне. Go ahead. В двух приведенных выше строфах Рупы Госвами есть несколько метафор, с помощью которых он косвенно осуждает привязанность к материальному общению, дружбе и любви. В большинстве своем люди очень привязаны к общению, дружбе и любви. Они идут на различные ухищрения и прилагают огромные усилия к тому, чтобы культивировать эти формы материального осквернения. Но увидеть Шримурти Радха Кришны равносильно тому, чтобы оставить все усилия, направленные на сохранение материальных связей. На первый взгляд может показаться, что Рупа Госвами в своем стихе превозносит материальные привязанности дружбы и любви и осуждает лицезрение Шримурти Говинды. Эта метафора построена таким образом, что то, что как будто превозносится, на самом деле осуждается, а то, что осуждается, превозносится. Истинный смысл этого стиха в том, что если у человека есть хотя бы слабое желание забыть всю бессмыслицу материальной дружбы, общества и любви, он должен увидеть образ Говинды. So Prabhupada is explaining how Rupa Goswami wrote these verses, one praising, one telling us not to see the deity,
And the other telling us not to hear Srimad Bhagavatam. There was no sound. Oh, Rupa Goswami, Rupa Goswami has composed these verses telling us don't hear Srimad Bhagavatam, don't look on the deity. И Рупа Госвами приводит нам стихи, содержание которых гласит, что не читайте Шримад Бхагаватам, не смотрите на божества. But the actual point of Rupa Goswami's statement is that we have to see the deity and we have to hear Shrimad Bhagavatam. Но истинная суть утверждения Рупа Госвами в том, что мы должны смотреть на божества и мы должны слушать Шримад Бхагаватам. Because it's only by seeing the deity and hearing Srimad Bhagavatam that we can forget all about the material world. Потому что только благодаря созерцанию божеств и слушанию Шримад Бхагаватам мы можем забыть обо всем материальном мире. And just like nowadays, there's so much, so many problems in the material world. Подобно тому, как в наши дни в материальном мире очень много проблем. We know with this disease all over the planet, how the economy has been affected, how everything has been stopped. Из-за этой болезни, которая идет по всему миру, экономические проблемы возникают и все останавливается. People cannot run around and fly around like they used to. Люди не могут свободно передвигаться, не могут свободно осуществлять какие-то перелеты. But this is a wonderful opportunity for devotees to increase their bhakti. Но это замечательная возможность для преданных, чтобы усилить свою бхакти. They have an opportunity to become more absorbed in hearing and chanting. У них появляется замечательная возможность больше погружения. So Rupa Goswami he perfectly understands the importance of seeing the deity. Он образом понимает важность созерцания божеств. And he knows how in the material world people are so absorbed in these bodily relationships. Он знает, насколько люди в материальном мире погружены в материальные взаимоотношения. The so-called happiness. Телесные взаимоотношения. The illusion of happiness in the form of the family, society, and friendship, and love. Называемое счастье, иллюзия счастья, которая предстает перед нами в форме отношений, дружбы, любви, общества. So Prabhupada would sometimes quote one Indian poet who said that the happiness of family and society and friendship in material life is like a drop of water in the desert. И Шрила Прабхупада цитировал одного очень известного индийского поэта, который говорил, что все эти социальные взаимоотношения и отношения friendship, yeah, и дружба, все это подобно капле воды в пустыне. So if you're in the desert and you have only one drop of water, it's useless. It does not quench your thirst. И если вы находитесь в пустыне, и у вас есть только одна капля воды, то она абсолютно бесполезна. So, Rupa goes, by this example, we can understand there's no real happiness in the material world. И благодаря этому примеру мы можем понять, что в материальном мире нет истинного счастья. But there's the illusion of happiness. Our mind thinks this is happiness. Но здесь существует иллюзия счастья. Наш ум думает, что это счастье.
But it's very short, it's very temporary. Но это счастье очень короткое, но очень временное. But you can look at the deity, we can look at the deity and we can be attracted more and more and more. Но мы можем смотреть на божества, и мы таким образом привлекаемся ими все больше и больше. In material world, when we look at things gradually, we lose the interest, they become less and less attractive. И в материальном мире, would you repeat this beginning of the phrase? When we look at material things, material objects of this world, they may look attractive in the beginning, but gradually they become less and less attractive. И когда мы смотрим на материальные какие-то предметы этого мира, то вначале они нам кажутся привлекательными, но со временем они нас привлекают все меньше и меньше. But the happiness of seeing the deity, when we look at the deity, becomes more and more attractive to us. Но счастье от созерцания божеств, когда мы смотрим на божества, они становятся для нас все более и более привлекательными. So we want to try to appreciate these things, seeing the deity. Поэтому мы должны пытаться, стараться ценить эти вещи созерцанием божеств. And it's the same thing with hearing Srimad Bhagavatam. И то же самое со Шримад Бхагаватам. Okay, we will stop here. Сегодня мы здесь остановимся. We'll ask if there's any questions. Yes, there are some questions in the chat. Елена Дмитриевна Матаджи, пожалуйста, ваш вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мой поклон. У меня два вопроса. Первый по лекции. Если потерять интерес к материальному, читая Шримад Бхагаватам или служа каким-то другим способом, то как продолжать жить в этом мире? Мы будем хотеть больше слушать и читать, и не захочется идти на работу, например. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. I have two questions. The first one is, if you lose interest to the material world by reading the Srimad Bhagavatam or by serving in some other way, how can you continue to live in this world? We'll want to listen and to read more, and will not want to go to work, for example. No, not necessarily. Не обязательно именно так. Rather, we can understand that we're working for Krishna. You can see everything in relation to Krishna. Мы должны понимать, что мы работаем для Кришны, и мы можем видеть все в связи с Кришной. The world becomes more meaningful in Krishna consciousness. В сознании Кришны мир становится менее значимым. We don't want to give up the world. We want to see it in relation to Krishna. Мы не хотим сбегать от этого мира, мы просто хотим видеть его в связи, связывая его с Кришной. So you don't have to stop work. То есть таким образом мы не должны прекращать работать. What we have to do is purify our consciousness. Что мы хотим делать, так это очистить наше сознание. Krishna never recommends giving up work. Кришна никогда не рекомендует нам бросать свою работу. Krishna recommends work and at the same time remember him. Кришна рекомендует нам работать и в то же самое время помнить о нем. So by reading Srimad Bhagavatam, we can remember Krishna better. То есть, читая Шримад Бхагаватам, мы можем лучше помнить о Кришне. And you don't have to give up
We don't need to give up friendship and society and family, but we need to connect them in Krishna consciousness. То есть мы не должны отказываться от семьи, друзей или общества, мы должны связать их сознанием Кришны. Just like we said, you put a deity in the house, the family should also do some service for the deity. А как я уже сказала, если мы приносим домой члены семьи, вся семья должна совершать какое-то служение божествам. The family can also be just like you need fruit, you need flowers, the family can be engaged to go and get these things for the service of the deity. Например, если вам для поклонения божествам нужны цветы или фрукты, то члены семьи могут помочь вам в том, чтобы достать все эти вещи и таким образом участвовать в поклонении божествам. It takes some training. We have to train the family members in these things. То есть мы должны научить членов семьи. Of course, if you do these things from the beginning, then it's much easier. If from the beginning one is accustomed to this, if from the beginning of life one is accustomed to worship the deity, then it's much easier. И если с самого начала есть какая-то поклоняться божествам, то, конечно же, это намного легче. So we may be a late beginner. We may be, you know, maybe the first half of our life we were not devotees. We didn't follow many rules. We didn't follow any principles. И мы такие. У нас позднее зажигание, то есть в первой половине жизни мы, возможно, не были преданными и не следовали каким-то правилам и предписаниям. But then, somehow, gradually, we come to Krishna consciousness and we change. И затем, постепенно, каким-то образом мы пришли к... изменились. And if you can get your family to change also, then it's very wonderful. And if the family don't want to change and they refuse to change, then anyway you have to just be tolerant and you have to try to put up with them. Не меняется или не хочет меняться, ну тогда в любом случае вы должны просто терпеть это. We should think, this family, this is my karma. И мы должны просто думать, ну, это семья моя карма. Okay. Next question? Yeah. Второй вопрос, Ваша Матерь, пожалуйста. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Второй вопрос такой. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что мой преданный никогда не погибнет. В то же самое время Шрила Прабхупада говорил, что он боится майи. Как понимать, с одной стороны, Кришна говорит, что преданный никогда не погибнет, что защита есть, а с другой стороны, почему мы тогда должны бояться майи? Хари Кришна. Krishna in Bhagavad-gita says that my devotee will never die. At the same time, Srila Prabhupada said that he was afraid of Maya. How to understand? On the one hand, Krishna said that the devotee will never die, that there is protection. And on the other hand, why should we be afraid of Maya? Thank you. Well, Maya means forgetfulness of Krishna. So that's something for a devotee to be very afraid of. Это то, что преданный боится, очень боится. Prabhupada said a devotee will never die. Of course, the soul never dies. И Прабхупада говорил, что преданный никогда не погибнет, и, конечно, душа никогда не умирает.
Devotee is not the body, devotee is a soul. Преданный это не является телом, а преданный это душа. And so for the soul there's no birth and death. А для души нет ни рождения, ни смерти. And we're also taught, Srila Bhaktivinoda Thakur also described how the mood of a devotee is that a devotee dies to live. The real life is not here in this world, the real life is in the spiritual world, in the kingdom of Krishna. И Бхактивинода Такур говорил, что преданный умирает, чтобы жить. То есть истинная, настоящая жизнь не здесь. Настоящая жизнь в So we try to bring everyone to that transcendental platform, understanding ourselves as a spirit soul. Таким образом, мы пытаемся вывести каждого на трансцендентный уровень понимания, что мы духовная душа. But if we fall under the influence of Maya, we forget our spiritual identity and we become absorbed in the body. Но если мы погружаемся в Майя, то мы забываем о нашей духовной индивидуальности, и мы думаем, что мы тело. Devotional service is a very fine line, and it's easy to go astray, it's easy to go off. И преданное служение – это очень такая тонкая линия, очень сложная, очень легко с нее свернуть. And we make a little mistake, we go a little off, and then it's very hard to come back onto track again. И если мы совершаем какую-то ошибку, сворачиваем с пути, то очень сложно вернуться обратно. So we have to be very careful to try to connect to Krishna. Поэтому мы должны быть очень осторожны, пытаться держать связь с Кришной. But Maya is Krishna's energy, and Maya is always trying to give us trouble. И но Maya это энергия Кришны, она всегда пытается доставить нам беспокойство. We've been in Maya for a very long time. Мы находились в Майе очень долгое время. We've had a lot of association with Maya, and we don't get rid of that very easily. И у нас было с ней достаточно продолжительное общение, и не так-то легко от этого общения избавиться. Maya is like our old friend, just like you have an old friend, and they come and see, oh, how are you? I haven't seen you for a long time. So Maya is like our old friend. И Майя как ваш старый друг, который приходит, о, привет, как давно не виделись. So this is a problem that we're not afraid enough. Prabhupada would say we're not afraid enough of Maya. И в этом-то проблема и заключается. Прабхупада говорил, что мы недостаточно боимся Майи. We think, oh, little Maya is not harmful, it's good for me, I need a break from Krishna consciousness. Let me have a little Maya. И мы думаем, о, Майя, ну, это она не принесет мне особого вреда, я хочу немножко отдохнуть от сознания Кришны, и вот мне нужно чуть-чуть, немножко Майи. If I can have a little Maya, then I'll be better, it will help my, you know, I'll be better, I'll feel better. И если я немножко погружусь в Майю, то я буду чувствовать себя получше. We're often thinking in these ways. Мы обычно думаем вот таким. So we have to be very careful not to be tricked by Maya. И мы должны быть очень осторожны, чтобы не быть обманутыми Майей. We have to understand how powerful Maya is. Мы должны понимать, насколько Майя могущественна. And that little bit of Maya gradually becomes a bit more, and then a bit more, and a bit more.
И этот маленький кусочек майи постепенно становится все больше и больше. And in this way we can lose all of our consciousness of Krishna. И таким образом мы можем потерять все наше сознание Кришны. All right. Татьяна, можно уточнить? Да, Матаджа. Правильно я поняла, майя — это когда мы как бы думаем о себе, посвящаем все себе, а не Кришне. Вот это получается майя. Am I understood correctly when that майя it's when we think about ourselves, that we dedicate everything to ourselves? Yes, we become the center of the universe. Да, мы становимся центром вселенной. We're not thinking of Krishna anymore. We're thinking about I am the body and my senses, and I want to enjoy. Мы не думаем о Кришне, мы думаем, главный здесь я, и я главное, что я должен наслаждаться. Я хочу наслаждаться. When we forget Krishna, then we think of the body, we think of myself, the mind, the senses. We want to satisfy the senses. И когда мы забываем о Кришне, мы хотим уделять внимание нашему телу, нашим чувствам, мы хотим удовлетворять наши чувства. And they're never satisfied. Но мы никогда не удовлетворены. Maybe you know yourself in life, it's very difficult to satisfy people. Возможно, вы заметили, что в жизни удовлетворить людей очень сложно. No matter how much you serve them, no matter how kind you are to them, somehow they're never satisfied. They never say, all right, that's enough. They always want more. И как хорошо бы вы им не служили, как долго бы вы им не служили, что бы вы для них не делали, они никогда не удовлетворены. Дорогие преданные, у кого-то включен микрофон. Спасибо. Hare Krishna. Hare Krishna. Next question? Yeah. Следующий вопрос, пожалуйста, Елена Миронова, Матаджи, ваш вопрос. Спасибо большое, Татьяна. Hare Krishna, дорогие преданные, ваше святейшество. Примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня такой вопрос. В нашем городе нет храма, и служение божествам ярко происходит только по выходным дням. И вот не хватает такого вкуса к этому служению у себя на домашнем алтаре. И вопрос такой, как начинающему преданному развить вкус к служению божествам? С чего начать? Какие практические шаги предпринять? Может ли он развить такой вкус, служа преимущественно на домашнем алтаре? Спасибо. Hare Krishna, dear devotees and your homies. In our city there is no any temple, and the service to the deities, the worshiping to the deities in Yatra takes place only on weekends. How can a neophyte devotee develop a taste for the service to the deities? Can he develop such a taste by serving them at home? And how to do it practically? Yes, of course, you can develop a taste for serving the deities at home. Конечно, вы можете развивать вкус служа божествам дома. How to do it practically? You have to consider what is your ability and do the worship according to your level of capability. И как это делать практически, вы должны определить для этого свой уровень и в соответствии со своими возможностями совершать поклонение. And maybe you just offer one arti a day. Возможно проводить только одну арти в день. And the arti may be short. It may only be an incense and
a lamp. И арати может быть коротким, когда вы предлагаете только, например, благовоние и лампаду. But some kind of worship you should try to do every day. Но какого-то рода поклонения, так или иначе, вы должны совершать, пытаться совершать каждый день. The important thing is try to do it punctually at the same time every day. И очень важная вещь, что его следует совершать очень пунктуально каждый день. So if you cannot do it in the morning, early in the morning, then you have to do it in the evening. То есть если вы не можете сделать это рано утром, то тогда вы совершаете поклонение вечером. And you have to consider what you can cook. There's, you know, some days you can, you, generally we would think whatever we eat, we would like to offer it to the deity. И вы должны четко понять, подумать, что вы будете готовить, потому что обычно мы думаем, что вот то, что мы едим, то мы божествам и предлагаем. So you're staying at home, so whatever you cook, you should offer it to the deity. И если вы остаетесь, например, дома, то все, что вы едите, все, что вы готовите, вы должны предлагать божествам. One time the devotees were traveling in a vehicle and somehow they were given some small Jagannath deities. Однажды преданные путешествовали, и им каким-то образом вот к ним попали маленькие божества Джаганатх. So the devotees asked Prabhupada, can we worship the deity? И преданные спросили Прабхупаду, а можем мы поклоняться божествам? Prabhupada said, oh, yes. He said, whatever you eat, you offer, you can offer to the deity. И Прабхупада сказал, да, вы можете, все, что вы едите, вы можете предлагать божествам. Mm-hmm. So, you're living at home, you should have some, make some nice place, suitable place, where you can put the deity. Or maybe you're only worshipping pictures. It's better to begin the worship with just pictures rather than having a physical deity. То есть, если у вас дома божества, то вы должны красиво оборудовать это место, где они находятся. Но, допустим, если вы только начинаете, то лучше начинать с поклонения изображения. If, чем форме, чем истинной форме божеств, форме мурти. If possible, you want to put the pictures and leave them in a place, and you can have that as your altar. То есть, если у вас есть возможность, то, допустим, разместите где-то изображение и сделайте это место, превратите его в алтарь. But some people, it's not convenient to have the pictures out all day, so they will take the pictures down. They will put the pictures out for the worship, and then put them down, put them in, away, put them in a cupboard, and every day they'll bring them out and put them up and then make the offering. И, ну, допустим, не для всех людей удобно в каком-то одном месте оставлять изображения. Они, допустим, для поклонения, они каждый день поднимают эти изображения, а потом после того, как совершают службу, они их опускают. So, the main thing is cleanliness and punctuality. И главная вещь — это чистота и пунктуальность. You're going to worship the deity, you should be clean. You should, ideally should take bath or shower before you worship the deity. И если вы поклоняетесь божествам, то перед тем, как совершать это поклонение, в идеале вы должны принять душ. And similarly cooking. You want to offer the food to Krishna, you should have some kind of plate for Krishna. Krishna should have his own plate and dish, his bowl. И то же самое с приготовлением пищи. Если вы хотите готовить для Кришны, то
для Кришны должно быть особое блюдо, особые какие-то тарелочки. If you cannot have your own plate and bowl for Krishna, then you have to offer everything simply using the pots which you cooked in. И если у вас нет отдельных тарелочек для Кришны, то вы просто можете предлагать ему еду прямо из кастрюли, в которых вы готовили. So try to untry. I do not know enough about your situation. I don't know what is your living condition. So it's difficult for me to tell you exactly what you should do. But you should consider according to your ability. Я не знаю, какова на самом деле ваша ситуация, в которой вы находитесь, да, поэтому я не могу конкретно вам сказать, что вы должны делать. So take the guidance from some other senior devotees there. They can tell you better. Просто пообщайтесь со старшим, они просто дадут вам наставление, как сделаем. Yes. Next question. Yeah. Question from the chat. Thank you very much. Hare Krishna Guru Maharaj, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шиле Прабхупаде. Сейчас из-за коронавируса на нас действительно проливается поток милости. Мы слушаем очень много лекций чистых проповедников по интернету. Для тех, кто живет в отдаленных районах, где нет храма и редко приезжают старшие преданные, это часто единственная возможность подобного общения. Но пандемия когда-нибудь закончится. Будет ли использоваться такой формат общения после ее окончания? Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Now, because we are really receiving just of mercy, we are listening to a lot of lectures by pure preachers on the internet, through the internet, and for those who live far away from the temple, and for those places where seated devotees really come, this is often the only opportunity for such communication. But the pandemic will end someday. Will this just format of communication be used after it finishes? Yes, I'm sure it will be used after the pandemic is over. I'm sure it will continue to be used. Да, я что после того, как пандемия закончится, такой формат продолжится. Many devotees are feeling that this is a much better means of communication with devotees. И многие преданные чувствуют, что это намного лучший способ общения с преданными. At the same time, there's also a need for direct physical contact. Но в то же самое время в непосредственном физическом контакте. While the connection on the internet is something, it's not as good as being personally present with the devotee. Но общение по интернету, оно не на 100% так же благотворно, как личное общение с преданным. We know when you're at home, you get many distractions. There are many things distracting. Not everybody's sitting, listening. Everyone, you have so many other things you're doing at the same time. И, допустим, дома, когда вы что-то слушаете, то очень много раздражителей, которые мешают вам слушать, либо вы делаете еще несколько вещей в одно и то же время. But when we get together and have actual sangha together, all the devotees in one room, it's very powerful. Но когда мы собираемся
все вместе с преданными и имеем, у нас общая какая-то санга в одной комнате, то это очень могущественно. We don't, I cannot see what you're doing there. You may be laying on your bed, you may be smoking cigarette, I don't know what's going on. But if we get you together in a room, then it's very clear what's happening. Я не знаю, допустим, чем вы занимаетесь. Возможно, вы во время лекции вы лежите где-то в своей комнате, возможно, курите сигарету или что-то делаете еще. Но когда мы собираемся с преданными в одной комнате, то все становится очень ясно. So you cannot beat the physical presence. It's definitely needed. То есть мы не можем исключать личное присутствие, это совершенно, это необходимо, это понятно. Understand? Вот этот момент понятен, Маджа? Да, большое спасибо, Гуру Махарадж, Харе Кришна, все понятно. Yes, thank you very much, Гуру Махарадж, everything is clear. Okay, Харе Кришна. Следующий вопрос в Раджарани, пожалуйста. Хари Кришна, преданный, Хари Кришна, Гуру Махарадж, непоклонно смиренный, примите все славы, Шри Прабхупаде. Вопрос не по теме катхи. Можно спросить, куда ушел Дурьотхана? От одного старшего преданного слышала, что он после Курукшетры ушел на райские планеты и потом вернется на Землю, так как не очистился. На днях слышала другого старшего преданного, что Дурьотхана, так как он был воплощением Кали, в теле Кали подходил к Кришне и спрашивал, и спросил его, и просил его помочь, как ему уйти на Галуку Вриндавана, на Галуку. Кришна сказал, что мне нужен плохой герой, и ты в этом помоги мне. Играли роль Дурьотханы. Значит, Дурьотхана после райских планет ушел на Галуку. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, and devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Just a question about Duryodhana. I've heard from the senior devotee that after Kurukshetra, Duryodhana went to higher planets, and then returned to Earth because he was not cleansed. The other day I've heard from another senior devotee that Duryodhana, because he was just incarnation of Kali in the body of Kali, approached Krishna and asked for his help to go to Galoka. And Krishna said that I need a bad hero, and you help me in this, and you help me. So play the role of Duryodhana. And so Duryodhana went to Galoka after the heavenly planets. Is it like this? Thank you. Yeah, maybe. I've heard also that he was the incarnation of Kali. Да, возможно, я тоже слышал, что он был воплощением Кали. I never heard the part about that he would go to Galoka, but it's possible. Я не слышал вот эту часть, что он отправится на Галоку, но возможно. Certainly he's not an ordinary personality, because he had connection with Lord Krishna. Конечно же, он не был какой-то обыкновенной личностью, поскольку был связан с Кришной. He could take part in Krishna's pastimes, even though he's taking part on the wrong side and not in a devotional manner, but still he has some connection there, a lot of connection with Krishna. То есть, несмотря на то, что в играх Кришны он был на стороне, не был на стороне преданных, а занимал противоположную сторону, тем не менее, он очень сильно связан с Кришной. We don't worry too much about these things. This is not very important. Prabhupada didn't really comment on it.
и мы не слишком беспокоимся о такого рода вещах, они не такие важные. Just try to understand that he was not in the role of a devotee, he was against Krishna. Просто попытайтесь понять, что он не играл роль преданного, он выступал против Кришны. So that is not inspiring for a devotee. A devotee, we want to know about how to serve Krishna, how to be with Krishna, how to please Krishna, not how to fight against Krishna. То есть это не тот человек, который воодушевляет преданного. Как преданный, мы хотим знать, как быть с Кришной, как быть ближе к нему, а не как сражаться против него. Next question. Следующий вопрос от Ридхарана Прабху, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. В обсуждении пяти процессов преданного служения сегодня мы услышали, что даже занимаясь одним видом из пяти, можно достичь совершенства. Но вопрос, почему дается такое утверждение? Как правило, преданные всегда заняты всеми видами в служении Кришне. Разве есть такие моменты, когда преданный занят только одним видом, не используя остальные? Hare Krishna Guru Maharaj, today in discussing of five items of very powerful kinds of devotional service, we heard that even if devotee engage in one type of these five types, he can attain perfection. My question is, why this example was given in Nectar of Devotion? Because have such moments when devotee use only one type of devotional service. Usually, pure devotees try to engage everything, every kinds of devotional service for Krishna. Is it some moments? Are there some moments that devotee use only one type of devotional service? Well, yes, of course. We know Sukadeva Goswami was speaking Srimad Bhagavatam. Maharaj Parikshit, he was hearing. Да, конечно, такое может быть. Например, мы знаем, что Шукадева Госвами излагал Шримад Бхагаватам, а Махарадж Парикшит слушал. Прахлад Махарадж, he's remembering. Прахлад Махарадж занимался повествованием. Акрура is offering prayers. Акрура предлагал молитвы. Притху Махарадж is worshipping. Притху Махарадж поклонялся ему. Хануман is serving. Хануман служил. Лакшми is massaging the lotus feet of the Lord. Лакшми, она массажирует лотосные стопы Господа. Арджуна is a friend. Арджуна является другом Господа. And Bali Maharaj surrenders everything. А Бали Махарадж отдал все, что у него было. So they each performed one, they're each known for one particular kind of devotional service. Каждый из них занимался каким-то одним особым видом преданного служения. But Amberish Maharaj, he could engage in all nine. Hare Krishna Guru Maharaj. Amberish Maharaj would engage in all nine, all different nine kinds of devotional service. Amberish Maharaj занимался всеми девятью видами преданного служения. So Prabhupada said, you can do all nine, or you can do even just one, you can become perfect. И Прабхупада говорил, вы можете заниматься всеми девятью видами преданного служения, либо только одним, но вы станете сами. So we have the choice. We can try to perfect or one particular kind of devotional service. И у нас есть выбор, то есть мы можем довести до совершенства какой-то один
We can, but if we like to do more, you like to try other kinds of devotional service, it's no harm. Но если вы хотите делать больше, то есть попытаться заниматься другими видами преданного служения, то в этом нет ничего плохого. Sometimes we're hearing, sometimes we're chanting, sometimes we're serving, sometimes we're offering prayers. Иногда мы слушаем, иногда воспеваем, иногда мы служим, а иногда возносим молитвы. So we have that flexibility. We can choose. То есть у нас есть эта мобильность, мы можем выбирать гибкость. Okay. Yes, Guru Maharaj, but it's unusual because usually we heard that we should render various types, not only one. Usually, and chanting in the association, and hearing, and speaking. То есть, но это необычно, потому что обычно мы знаем, что нам рекомендуется все сразу использовать виды преданного служения. Of course. But the point is that by doing this one type, they did it perfectly. Their perfection came from that one kind. But they were doing other things as well. But they got perfection by that one particular method. Да, но смысл в том, что когда мы занимаемся одним видом преданного служения совершенным образом, мы можем параллельно заниматься, конечно, и другими, но мы достигаем совершенства, даже если занимаемся вот одним видом преданного служения наилучшим образом. Thank you. Now it's clear. Okay. Any other question? Yes. Лена Дмитриева, ваш вопрос, смотрите, пожалуйста. Да, вот я прошу прощения, что я, может, не понимаю чего-то. В продолжении вот моих вопросов. Кришна говорит, что дает разум тому, кто к нему идет, и в то же время есть риск упасть. Я немного не понимаю, если Кришна ведет своего преданного, дает разум, то мы не должны падать. Krishna said that he gives indulgence to those who come to him, and at the same time there is a risk of falling down. And I'm a little bit confused. Leads his devotee, gives intelligence to him, then we should not fall. I'm not understanding, Tatyana. I'm sorry. Krishna said that he gives intelligence to those who come to him, and at the same time there is a risk of falling down. And I'm a little bit confused. If Krishna just leads his devotee and gives intelligence to him, so why? Because of this, the devotee should not fall. Yes. And how to understand these just statements? Well, you can understand that the devotee of falling down. No. Huh? What? Yeah, good catch. How to understand if Krishna gives intelligence, but at the same time there is a risk of falling down? Yes. How it can be? At the same time. You have to understand the nature of the living entity is that he's a marginal potency. И мы должны понимать, что природа живого существа, живых существ, это пограничная энергия. So the marginal potency, sometimes it will be under the material energy, sometimes it will be in the spiritual energy. То есть и эта энергия позволяет живому существу иногда быть в духовном, погрузиться в духовную энергию, а иногда погружаться в материальную. We have that free will. We can choose where we want to reside.
И у нас есть свобода воли, мы можем выбирать, где. Do we want Maya? Быть. Do we want Maya or do we want Krishna? Хотим ли мы быть с Майей или быть с Кришной? So Krishna doesn't take away that right, the free will of the living entity. То есть Кришна не забирает у живого существа это право, эту свободу воли. So because we have that free will, that's why sometimes we may fall down. Krishna? That's why, because we have free will, that's why we sometimes fall into Maya. И потому что у нас, и поскольку у нас есть эта свобода воли, именно поэтому мы иногда падаем в Майю. But if we are pure at heart, Krishna is giving us intelligence. He's helping us to come to Him. Но если мы чисты сердцем, то Кришна дает нам разум, помогает нам прийти к Нему. So those who are pure will go to Krishna. И таким образом те, кто чисты, они пойдут к Кришне. Who does Krishna give that intelligence to? Would you repeat, please? Who does Krishna give the intelligence to? А кому Кришна дает разум? He gives it to those devotees who worship Him with love. Он дает разум тем преданным, которые поклоняются Ему с любовью. When we have love of Krishna, then we're not going to fall down. И если у нас есть любовь к Кришне, то тогда мы не упадем. But we still have free will. Но тем не менее у нас все еще остается свобода воли. So the tendency to fall down will always be there, but the pure devotee will not fall down. То есть тенденция упасть остается, но чисто при Спасибо большое, я поняла. Thank you very much. Now it's clear. Next question. Yes. Александр Прабу, ваш вопрос, пожалуйста. Александр Прабу? Хорошо, я прочитаю. Харе Кришна, Ваше Святейшество, была цитата о том, что дружба, семья, отношения — это мирское, не настоящее. Тогда почему преданные стремятся создавать семьи, стремятся к семейным отношениям? Харе Кришна, Your Holiness, there was a quote, something about that friendship, family, relationships are just mundane things, and they are not... Then why do devotees just... Very eager to create families, and they strive for family relationships. Well, the family relationships do not have to be a mundane thing. They can be a very pure spiritual thing. То есть семейные отношения, они не обязаны быть чем-то обыденным. Это может быть это могут быть абсолютно духовные вещи. It's up to every devotee how you cultivate your family relationship. И все зависит от самого преданного, насколько он строит свои отношения, семейные отношения. We have many great devotees in family life. Есть много великих преданных, которые живут семейной жизнью. Lord Krishna has a big family. У Господа Кришны была большая семья. Lord Rama also had a family. У Господа Рамы также была семья. Lord Brahma has a family. У Господа Брамы есть семья. Lord Shiva has a family. У Господа Шивы есть семья.
There's nothing wrong with having a family. То есть нет ничего плохого в том, чтобы иметь семью. But you have to look at what is the behavior, what is the activities. Но вы должны поведение в семье, какова деятельность? Is the family engaged in spiritual activities, or is it just mundane sense gratification? То есть вовлечены ли члены семьи в духовную какую-то деятельность, либо это просто какие-то мирские вещи, направленные на чувственное удовольствие? So in Srimad Bhagavatam, there's a chapter, Ideal Family Life. Шримад Бхагаватам есть глава, которая называется «Идеальная семейная жизнь». In the fifth canto, Srimad Bhagavatam. Пятая песня Шримад Бхагаватам. No, sorry, seventh canto. Извините, в седьмой. So you should read, what is Ideal Family Life? Вам стоит почитать, что такое идеальная семейная жизнь. So it's not family life which has been condemned, but it's materialistic family life. И таким образом не осуждается не духовная жизнь, а материальная. Okay, next question. Точнее, прошу прощения, осуждается не сама семейная жизнь, а материальная семейная жизнь. Марина Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Прошу прощения, можно дополнить или спросить, переспросить? Да, правда. Да-да. Я правильно понимаю, то есть пока человек не понимает, что такое духовная жизнь, как бы его попытки организовать какие-то отношения, они все будут оставаться на материальном уровне. Am I understand correctly if a person if one doesn't understand what does it mean spiritual life, so every time he's trying to just to be in relationships that will be material relationships. Well, it doesn't need to be material relationships. Guru Maharaj, would you repeat this? Every time he's trying to be, to make relationships. If he don't understand, what does it mean, spiritual relationships? And so spiritual relationships, spiritual relationships mean in relation to Krishna. In relation to devotional service. И духовное это значит в отношениях с Кришной, то есть связанные с Кришной, связанные с преданным служением. It Prabhu just asked if just person will have material relationships until he understand. What does it mean, the spiritual relationships? And in that time, he would understand, then his relationships will be spiritual. No, not necessarily. То есть нет, это не обязательно, что если человек поймет, что такое духовные отношения, после этого он прям поменяет, его отношения станут духовными. Это не обязательно. The relationship has to be concerned with devotional service. То есть отношения должны быть связаны с преданным служением. Doing something for Krishna. С тем, чтобы делать что-то для Кришны. Working for Krishna. Работать для Кришны. Making money for Krishna. Зарабатывать деньги для Кришны. Cooking for Krishna. Готовить для Кришны. Cleaning for Krishna. Убираться для Кришны. Not just only knowing, you have to do. Не только просто знать, что это такое, да, вы должны делать это. Mm-hmm.
Yes? One more question? Hari Bol? Hare Krishna. Yes, go ahead. Hare Krishna, дорогие преданные. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Вот мой вопрос... Нет, закрыть микрофон. А, что, еще один вопрос нет, да? Все, вот сейчас нормально, нету эхо, давайте, да. Ага, Hare Krishna, дорогие преданные, Hare Krishna, Гуру Махарадж. Вот вопрос по поводу того, что как раз скорее по нектару преданности идет. Вот, в лекции как бы авторитетного лектора, прям связано, это позвучало, что если преданный не достигает уровня чистой любви Кришна-премы, то все эти преданные отправляются на райские планеты. Но у меня что-то большое очень сомнение возникло, потому что в 16 главе Нектара преданности говорится, что у нас совсем другой путь. А вот не то, что... Матрича, можно просто, а можно частями? Частями, ага, хорошо, хорошо, спасибо, Татьяна, привет. Ну да, многовато, я чувствую, что вопросы... Я как бы уже там, начинаю забывать начало фразы. Давайте еще раз и по одному-два предложения, хорошо? Пожалуйста. Хорошо. Это просто я не привыкла работать со переводчиком. Много говорю. Татьяна, значит, суть в чем? Свет Сасана прозвучал от авторитетного лектора такое как утверждение, что все преданные, которые не достигнут Кришна-премы, все отправляются на райские планеты. И у меня возникли сомнения большие. Отправляются, Матаджи, пропадает звук, все отправляются куда? На райские планеты. На райские планеты. Не достигнут. Точка. It's a question about just... Once in a devotee said that those devotees who do not achieve Krishna Prema, they go to heavenly planets. Да, дальше, Матаджи, пожалуйста. Вот, а в 16 главе Нектара преданности там говорится по-другому, что когда преданный достигает уровня Рагануга Садана Бхакти, то есть привязывается под руководством духовного учителя, естественно, авторитетного. Вот. И он, следуя наставлениям духовного учителя, достигает бхавы, экстатической любви к Богу. Богу. Даже, может, не экстатической любви, сильной привязанности к кому-то из духовного мира. То есть идти по стопам, вот я знаю, в нашей традиции, по стопам Гопи Вриндавана. И уже... Он, находясь в материальном мире, вот, думает постоянно о них, вот, и как бы вот в этом настроении живет, очищаясь в духовном процессе. Вот. И у него все признаки бхавы могут быть, но он это не проявляет. Он следует регулирующим принципам, вот, и служит духовному учителю, выполняя его наставления. И потом он, по милости Кришны и чистого преданного духовного учителя, возвращается. И потом он... И потом он пропал. Потом на милости Кришны и чистого преданного своего духовного учителя возвращается в духовный мир. Вот на Вайкунху. Не на Вайкунху, Господи, а на Голоку Вриндавана. Так, в чем вопрос? А в чем вопрос? Вот как, что правильно? Я очень большое сомнение имею, что на райские планеты преданные если не достигли, да мы в Кали-Югу только по милости можем достичь какого-то уровня. Кришна-према — это уровень Гопи Вриндавана чистая, вот. А мы только можем идти по стопам жителей Вриндавана, гопив. But at the same time, in the 16th chapter of Nectar of Devotional, it said that devotee achieve the Raganuga Sadhana Bhakti level, and on this level, he achieve Bhava, and he just begin to he attaches to someone from the spiritual world.
and he may have different different signs of bhava, but at the same time he just do his sadhana and serve to his spiritual master, and at the end of his life he is just according to the mercy of Krishna and mercy of his guru, he go back to spiritual world. Which of these statements is correct? The first one or just the second? What was the first one? Матаджи, повторите, пожалуйста, начало вопроса, потому что я тоже его забыла, Махарадж просит. То есть что там? Ну, в лекции авторитетного лектора, как бы он ссылался на стихи. Да, что он сказал? Вот что все преданные Господа Кришны, если они Кришна Премы не достигли в этой жизни, идут на райские планеты. Вот такой был утверждение. The first statement. That all the devotees, if they don't achieve Krishna Prema, they go to heavenly planets. It was a quote from one senior devotee. Well, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains that there are two possibilities. One is practice yoga for a long time, but not perfect, and one is practice just for a short time, but not perfect. Not perfect in both cases. Yeah. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что можно практиковать йогу двумя способами. Первый способ – это практиковать долго, но не совершенным образом. И второй способ – это практиковать короткое время, но также несовершенным образом. So this is in chapter 6 in the Bhagavad-gita. And Lord Krishna said, you practice yoga for a short time, but you still have some material desires. So those people, they go to heaven to satisfy their material desires. И в Бхагавад-гите говорится, что если вы практикуете бхакти-йогу короткое время, у вас остаются какие-то материальные желания, то вы отправляетесь на райские планеты, чтобы их претворить в жизнь. And then they come back here and they take birth in a wealthy or an aristocratic family. И затем такие личности возвращаются обратно на землю и принимают рождение в семьях аристократов. But on the other hand, if somebody's practiced yoga for a longer time, but still not quite perfect, he will take his next birth in a family of devotees. Но в то же самое время тот, кто занимается бхакти-йогой достаточно продолжительное время, но не достигает в этом совершенства, в следующей жизни рождается в семье преданных. And in the family of devotees, from his birth, he will have immediately the opportunity to continue his bhakti-yoga. И в семье преданных у него с самого рождения появляется возможность продолжать практиковать бхакти-йогу. Okay, so that's the answer. Таков ответ. Next question. Still more question. How many more questions? Two questions. Okay. Марина Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Hare Krishna, Guru Maharaj, принесенные поклоны, Шрила Прабхупада. Скоро будет явление Господа на Симхадеве. Скажите, пожалуйста, как домашний условие поможет послужить в это день на домашнем алтаре для Господа на Симхадеве. Спасибо большое. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisance. He is so glorious to Srila Prabhupada. Lord, this appearance is very near, so please tell us how we can serve at home on this day, home altar for Lord Nrisimhadev. Thank you. So you can fast and you can read 7th canto Srimad Bhagavatam.
можете поститься и читать седьмую песню Шримад Бхагаватам. I read about the appearance of Lord Narsingadev. Почитать о явлении Господа Нарсингхадева. Okay, next question. Харе Кришна, Нарсингха Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Харе Кришна, дорогие преданные. Я заметила, что когда я делюсь сокровенным с преданными о своей садане или преданном служении, у меня начинают страдать эти аспекты. Проспала, ушел энтузиазм, тяжелая джапа. Что я делаю не так? В чем урок Кришны? Почему такое может происходить? Харе Кришна, Нарсингха Махарадж, please accept my humble blessings. Харе Кришна, devotees. I have noticed that when I share intimate things with the devotees about my sadhana or devotional service, I begin to suffer from these aspects. For example, oversleep or lost enthusiasm and heavy japa. What am I doing wrong? What's Krishna's lesson? Why is this happening? Thank you. I don't know, but I don't think it's coming just because you share your intimate experiences with devotees. Я не знаю почему, но я не думаю, что это происходит потому, что когда вы делитесь своим каким-то сокровенным опытом с преданным. Anyway, you need to look more at your own sadhana and control your own mind. Вы должны больше обратить внимание на вашу собственную садхану и контролировать свой собственный ум. Okay, we will stop here. Мы сегодня здесь остановимся. Thank you, Татьяна, for translation. Thank all the devotees for your participation. Спасибо всем, дорогие преданные, за участие. So have a good week. Спасибо большое. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai.